Добрый день. Добрый день. Вася съездил в магазин, купил батон. Я фарш достала, буду котлеты делать. Чеснок, лук у нас есть, морковь есть и хлеб. Мешки для мусора и аквафор нам надо поменять. Хотя у нас вода хорошая, я пью так из-под крана, но все равно иногда мы воду как бы процеживаем. Привожу в порядок кухню. И прибирали перед Новым годом, и все равно. Все крышечки нашла, а то у нас все валяется, как попало. Здесь вот тоже все прибрала. Надо чайник, который мы купили, вон. Заварной. Да, да, надо будет его начать использовать. Здесь тоже все в порядок привела. Крышечки все друг дружку все нашла. Что не нашла, вообще выкинула. И здесь вот тоже лишнюю посуду всю поубирала. Осталось совсем немножко тем, что мы пользуемся каждый день. Остальное все на веранду вытащила. И сегодня у меня только будет пюре и котлеты сделаю. Как раз Вася купил батон. Буду готовить. Здесь тоже надо будет лекарство это все убрать. Вася краны все поменял. У девчонок заходила, конечно, я немножко с пола тут пособирала. Но надо вот начать у них прибираться, но я сначала кушать приготовлю. Они, я не говорю, что они не прибираются. Они прибираются, но как бы это совсем не то. Тоже видите, тут мазь какая-то, это все вот надо. Здесь вот все в кучу накидано. Вчера тут разбирались, где чьи карандаши. Вроде все им наточила, каждому раздала. И все равно разборки. У Томы на самом деле так еще и не начинала прибираться. Видите, тоже все навалено, как попало. Эти вот костюмы уже новогодние надо будет тоже убрать. Карандаши все разобрать по-нормальному. Они как начинают тут. Фломастеры тоже, вон все как попало лежит. В общем, надо порядок наводить везде. Ну, потихоньку все сделаю. У нас старый Новый год. И уже в субботу можно будет убирать елку. С 13 на 14. До крещения? Да. Да надо уже убирать все. Надо уже убирать и все нормально прибираться. А, попросили фотографии показать. Это мы. Долина лотосов. Сейчас уже не вспомню, какой год. А он написан 20-й. А, 20-й. Тома тут еще маленький, девчонки все маленькие. Это 21-й год выпускной у Алины. Совсем недавние фотографии. Софиюшка, наша внученька. Ну и вот эти фотографии. Это тоже какой-то год. 19-й. 19-й, наверное. Или 18-й. Все такие жарко было, все такие лохматые. Ну и все вот эти вот все фотографии. Это надо убрать в этот, в альбом. Там, конечно, и продавали магнитиками. Куда эти магнитики? Вот все наши фотографии. Это мы в Голубицкой. Чего там? Нет. Хотела с Лилей поиграть? Нет. Она то спит. Девчонки все из школы и садика уже пришли, папа забрал. У Томы сапог сломался совсем. Наверное, сейчас поедем покупать. Не отремонтировать его. И этот. Вот он. Ремонт обуви где-то, что не видел. Да он поди дороже обойдется, чем. Ну, у них специально эти машинки пришивать. Ну, надо спросить тогда. Или новые покупать. Сегодня пошла в садик утром. И не смогли застегнуть. Не знаю.
Да что мне такая губа не станет? На губу расцарапала. Потом я уже перестановку сделала немножко. Мягкие игрушки все в пакет собрала, убрала совсем. Надо будет тут уже остальное тоже разобрать. А, кстати, всем привет. Да, большой пакет сложить и или в коробку. Половина игрушек надо убрать у Тома. Тут еще половина сошла. Я девочку намочила. Она сама намочилась вот здесь, а говорит, что это я ее намочила. Вот здесь в кофте была, я вся мокрая. Воспитатель говорит: «Потамара, почему ты вся мокрая?» Я говорю: «Меня замочила она». Ну ладно, ну высохла же. Мам, он бегает вот по этой палочке и вот так головой об эти колокольчики ударяется. Угу. Мам, надо... Что-то не кушать. Маленечко привыкнет, кушает. И потом будем отпускать. Я видела, как он кушает. Отпускать дома? Ну, ну попозже только, не сейчас. Так, мама, девчонки, знаешь, что... Да. Мам, я уже не два... Будет вся губа как вот эта, значит, у нее будет маленькая губа. Да, нормальная будет. Алина звонила. У нее самолет в 7:30. Ну, там по красноярскому времени. У нас вообще поздно будет. У нас с переменной времени. Вот. Говорит, Лариса ходила. Лариса... «Давай я тебе сметану, творог положу». Отказалась. Алина говорит: «Не хочу везти, багаж покупать. Орехи только, вот чисто орехи кедровые». Я говорю, она: «Мам, можно я себе заберу?» Я говорю: «Да забираю, у нас этих шишек еще много». Кстати, мы... откуда у нас эти шишки? Так мы же, когда ездили в Тюхтет, мы же покупали целый мешок. А, да, целый мешок мы покупали. Ну, мы всем друзьям раздали, конечно, соседям. Ну, еще много у нас. Кушать будешь? Вы сейчас за обувью подберете, да? Я макарон. Там мясо я не захотела, соленые огурцы я же не ели. У нас соленые огурцы, они настолько соленые, но нам сегодня давали плов и... плов, капусту покупную, которую постоянно покупаю, и это... мясо. Ну, я хорошо. Две добавки съела. Молодец. Женя всегда две добавки съедает. Ну, за Сашку, наверное. А нет, за подружку свою. Угу. Некоторые а не Саша ел. Так и не ела опять? Нет, она ела. Ну, мясо хорошо. Съела. Я всегда думаю, что этот карандаш... Вы сейчас за обувью поедете, да, Тони? Я всегда думаю, что этот карандаш поточен, но он самом деле нет. Как его точить, мам? А вы папе, дай, он все поточит. Дай папе. Вот, у нас же новая вот эта есть. Я ее, а мы с ней во дворе гуляем, потому что там люди, дети же уходят со школы. Ну правильно, гуляйте. И каждый раз... Мама, я когда выгуливаю? Побежали, дай! Мам, я когда выгуливаю? Ну хорошо. Побежали. Пока под присмотром можно ее отпускать. То у нас у бабшуры кобелечек тоже не привязанный. Он привязанный. Она там тряпочку вот эту вот какую нитку жесткую привязала вот к этой дверке. Да? Да. А они с той стороны еще ходят? Я знаю. Ну, а ты говоришь. А, ну, бабушка мне тут вот этой ниточкой завязала, угу. Чтобы они не вылазили. У нас на улице тепло. Но я в перчатках. Плюс 4 где-то. На следующей неделе плюс 11 будет. Ура, тепло. Ну, дожди. Все время дожди. Да. Вася поехал, у нас в центре станицы есть это ремонтная мастерская обуви. Смотри, котик. Если возьмутся ремонтировать, значит возьмутся. Нет, так надо ехать покупать обувь. Ну гуляйте, на улице не холодно, гуляйте. Пойдем. Знаете, сижу, ломаю голову. Вместо пластикового комодика, который у нас стоит тут возле холодильника, нам там, видите, неудобно поставить полноценный буфет. Я сначала вот такой выбрала, потом вот такой думала, может быть, такой поставить.
Ну, что-то склоняюсь я вот к этому комоду. Пластиковый убрать, а вот такой комод поставить. И вот не знаю, что делать. Ну, это не значит, что я прям сегодня куплю, я себе накидала тут. Или вот этот, пластиковый слишком хлюпкий. Или все-таки вот такой. Нет, такой, наверное, не пойдет. Вон, смотрите, какой. Видите, как открывается вот так. Или вот такой. Или комод. Вот что бы вы выбрали? Что-то я больше к комоду склоняюсь. Хотя изначально, я когда видела вот этот комод, хотела его. Ой, стеллаж. Что бы вы посоветовали? Что делать-то? Зринопа. Привет. Всем чистит последний гранат. Ну, мы завтра за продуктами поедем. То у нас там осталось только два лимончика и уже одна помидорка. Готовы у меня котлеты. Сегодня я жарила вот в таком казанчике. Между прочим, очень удобно. Теперь всегда в нем буду жарить, нигде ничего не набрызгала. И крышечку поставила. На обед у нас было что поесть. Это у нас на ужин. Ой, как хорошо, вся семья за ужином. Сидели, ждали, потому что... А если бы не ждали, уже давно каждый поел в любое время. Салат не можем сделать, потому что у нас ничего нету. А одна помидорка только осталась. Это в магазине. Нет, завтра. Завтра уже поедем. Все равно нам надо будет завтра картошку еще покупать, да? В ведре стояла на веранде, некоторая подмерзла, верхушка, особенно наверху, которая была, я выбросила там штучек 5. И картошки у нас нету. Сынка, ты поела уже, да, дочь? Угу. Саша, Тома макароны едят с котлетами. Остальные пюрешечку. Я тоже уже поела, не стала. О, кто-то накладывал. Горячая какая. Вот все. У нас не сегодня, завтра начнем с Васей отчеты писать. Надо в Сбербанк ехать. И, кстати, Вася отвез Томины ботинки в ремонт. Он сказал, что сделает, и 400 рублей. Все равно дешевле. Хорошо, что тут вот есть у нас ремонт. Он поменяет собачку на одном, а на другом полностью поменяет молнию. И будет опять ходить, а то уже обрадовалась, что и новые купят, да? Я бегал купить с мамой. Ну, хорошего Тома, там они с начесом немножко. А у девчонок у всех без начеса. Но все равно не холодно. Все равно как будет жарко сидеть. Ну да, девчонки отказались. Ну, завтра у них в этом кабинете очень холодно, я не знаю, что вы будете одевать. Холодно. Там, это ваш кабинет, да, Дарин? Нет? Наш первый кабинет. Наш второй. Дарина не знает, завтра будет учиться, не будет еще. Буду. Ко второму уроку сказали, да? Может быть, передумают, как пойдет. Ну, ладненько, не буду отвлекать. Сенечка, наливай чай. Ты же любишь чай. Мама, я могу было сходить в свою доставку. Там прохладно, потому что там постоянно двери открывают, кто же заходит и уходит из-за этого. Нет, ты не замерзнешь все равно. Как сегодня одевалась, так и пойдешь. Да-да-да, можно еще футболочку вниз пододеть светленькую, вообще будет тепло, даже жарко. Девчонки, вы бы хоть покрывало бы поправляли, когда сидите. Это кот у нас спать. Кот так не моется. Ну, кота стирает. Он вот этого постоянно играет, а она дрыгается. Я не знаю, почему дрыгается. Он постоянно дрыгает. Вот так вот ноги. Так, девчонка, на самом деле много задавали. Ой, стены все уже изрисовали. Ну не мы же. Кто? Софа! Это еще давно, мам. Капец, я не видела даже. Вот еще. Завтра и английский у детей. Ну хорошо, что нам ничего не задавали. Ну потому что вы только вышли. А по-русскому уже задавали правила, надо выучить. Я в Кубановедении и прочитала английский. Вот вчера. Кубановедении мы прочитали. Да. Кубановедение прочитали по-английскому, но почему-то самый нелюбимый урок кубановедения у меня 5 за четверть. Вторую четверть. Первую, вторую пятерка была. Самый нелюбимый предмет, да? Ну, зато пятерка.
Потому что там написано очень взрослым языком. Саша читает несколько раз, чтобы понять, о чем там написано. Ну, видишь, помогает же, когда ты много раз читаешь. Я читаю 4 или 3 раза. Ну, утром, примерно. Но все равно 4 выходит. Ну, вышло. Но заменить. Завтра физкультура есть? Нет. Нет? У нас только понедельник, вторник, среда. Понедельник, вторник. Только понедельник, вторник, среда. Хорошо, что у нас в четверг не будет русского. Вместо русского литературы. Почему? Ты не любишь русский? Нет, мама, да, мы расписание нам поменяли, только вот на четверг все. Кстати, во сколько у нас уроки всегда заканчиваются? 12:30. Всегда так. Пятница, 11:30. Первый урок у нас заканчивается в 8:40, второй в 9:30, 10:30. Везде, только первый урок в 8:40. 40 минут идет. А в маленькой школе начинались уроки в 8:30. Тут 8 часов начинается. Ну, в пятницу у вас завтра 4 урока. Да. Русский, литература, кубановедение, закончится, английский. Закончится тогда у нас... Ну, в 11. 11:30. Угу. Да. Пол 12. Угу. Нравятся вам ваши рюкзаки? Да. Мам, я уже прицепила сюда свой вот этот брелочек за у меня на день рождения вы подарили здесь лети. И вот этот Том и Джерри. У меня тоже прицеп. Только маленький серенький. У Саши вот этот вот брелок, который как у меня, такой же есть, только он с подставкой. Саш, покажи, для телефона. Специальный такой есть. Вот. Ой, как страшно кто-то случился. Он прицеплен к моему AirPods, я им пользуюсь. Тут подставка. Вот, подставка для телефона. Ничего себе. И еще лечку. Угу. Так, сидишь и смотришь. Так, ладненько. В общем, на завтра договариваемся так, что вниз вы одеваете беленькие футболки. Ну все, всем пока. Папка что-то всем, там зовет. Всем пока-пока. Всем пока-пока. О, Дариночка, солнце мое. Тапочки мне еще раз.